Вот совсем недалеко, где я живу, здесь растет такое дерево. Целебное дерево с одними чудотворными свойствами. Нет тех болезней, которые оно не лечит. Дерево это маклюра. У него очень много названий. Ложный апельсин, какой-то там обезьяний плод. Самое главное, что это адамово яблоко. Ну, не знаю, насколько это правда, но пишется, что, может быть, это тот плод, который когда-то вкусила Ева. Запретный плод. Ева с Адамом. Вот он. Так его прозвали, адамово яблоко. Так вот, я сейчас хочу быть осторожна, потому что один раз я тоже так снимала на камеру и решила просто как-то потрусить деревце ветку, потому что я хотела то ли снять плод этот, то ли хотела ближе его увидеть, и это просто-напросто огромное вот такое вот яблоко, оно упало мне прямо по зубу. Хорошо, что оно не упало на конец моего зуба. Так бы оно было, как карусель вылетело просто, как ставят такой камень, такую палочку и какой-то грузик, а потом подпрыгиваешь с другой стороны, и он просто отлетает, тот грузик, да, на высоту. Вот так мог вылететь мой зуб. Просто остаться без красивого зуба впереди. Ты будешь как баба Хайрыга потом. Поэтому, ну, слава богу, что оно у меня вот так, оно упало мне и по губе, и по зубу. То есть зуб не выпал. Ну вот, и поэтому такую я себе такую назвала. Назвала себя маклюрой я. Ну вот, меченая. Вот, короче, вот только этой маклюры. Сейчас я ее собираю. Вот сегодня 22 ноября, и я хочу сказать, воскресенье, да? И я хочу сказать, что это вот самое благоприятное время, когда вот можно собирать маклюру. Что многие не знают, что она вот целебная и полезна. Уже где-то конец октября, там, ну, ноябрь, конец ноября. Ну, может, еще там это... А в августе я не знаю. Ну, самое главное, что некоторые люди срывают ее зеленую. У нее еще нет тех того млека, которое, наверное, посередине, когда его разрезаешь, такое молочко липкое такое вот. Ну, в общем, оно еще не зрелое, оно еще не способно делать ту целебные иметь те свойства, ту силу целебную. Люди просто срывают ее, не дают дозреть. Особенно это в Крыму, и продают, просто зарабатывают на этом деньги. А на самом деле это дерево не созрело, плод. И оно не... Еще, короче, вот так вот, чтобы оно красиво. Ну, то есть оно не пригодно для настоек и лекарств. Вот, в принципе, и все. Хотела показать, как оно растет. Сейчас я его буду собирать. Потом я буду из него выбирать косточки. Потому что косточки, они лечат онкозаболевания. Это проверено 100%. Пока они еще не засохли, их можно резать в салатики, которые вы себе делаете. Вот. А можно просто их как посушить и кушать, но немного. Потому что я видела белок, они постоянно едят эти вот маклюры. Остается такая кучка маклюра, а косточек нет. Ну вот и вся информация. Вот это, что я хотела показать. Маклюру. Как она вот растет на деревьях, может, кто не видит, не знает. И немножечко рассказать о том, что более подробная информация о ней можно найти в интернете. Адамово яблоко, маклюра, все, что с нее делают, мази, настойки, гидролаты. Какая-то, насколько она целебная, какие у нее чудотворные есть свойства. И насколько она лечит столько болезней, это 100% проверено.